First Arrival. Тоже молоденький кустик. Это ему 3-й год. Пока еще не махровый. 2 ряда только листочки. Но уже симпатичный. Мне очень нравится его цвет. Сейчас я пойду подальше. Жарко, солнечно, пик цветения лимон-шифона. Среди ирисок. Ему очень даже здесь неплохо. Красавец. Как же они хороши, ирисы. Ну, здесь почистила, обрезала. Убрала вокруг. Ирисы отцветшие обрезала. Ну вот так. Солнышко, тень, красиво, полутень. Красиво. Не такие крупные цветочки у Red Charm, зато все хорошо держатся на ножках. Здесь еще бутончики. Ждем цветения. Немножечко отвлечемся. И сюда. Ну и опять вернемся, куда шли. Так. Здесь еще бутоны, будем цвести.
Кайбель. Красавец. Солнышко, но не очень жарко. Хотя солнце, конечно, нещадное. Но держится. Посмотрите, какой красавец. Я его не подвязывала. Ну, красив, красив, красив. А это коралл Сансет. Немножко меньше, чем в прошлом году цветочков у него. Но хорош, хорош все равно. Отличаются эти два пиона. Совершенно отличаются. Вот красавец такой. Это вот недавно раскрылся. Это тоже посветлее. Ну, попозже цветочки поменяют цвет, как и на этом кустике. Будут и розовые, и молочно-белые, и бледно-розовые, и розовые с белым. Хамелеошка. Красив, хорош. Красота. Любуемся. Услада для глаз и для ушей. Птички у меня чирикают тут. И думаю, это не воробьи. Ну вот этот кусочек я вам показала. Полностью на солнышке. Пиончик. Ну, не раскрывается все равно. До конца цветочки. А здесь борзы. Красавица. Пока полностью кустик не интересен, но зато интересны цветочки. О, какая красота. Red Grace. Только начинает цветение. Прелесть, прелесть, прелесть и красота. Красавчики.
Не такие крупные пока еще. Но со временем все будет в порядке. Зато этот... Ой, это что-то. Давайте еще разочек полюбуемся. С утра смотрели. И сейчас еще раз. Ай, какая красота. Ой, какой он красавец. Хорош. Ну, видите, как яблочки. Угадала я. Что заказала? Угадала, что ухаживала за ними. Оправдали они мои ожидания. И один, и второй. Красавцы. Ну, вот так вот они у нас в южном нашем климате, на палящем, на нашем солнышке. Любуемся. Там еще на заднем плане, кроме белого мешка, еще и клематис. Вечерняя картинка, как вам? Так сейчас. Обожаю этот линейничек. Красота. Светятся ирисы. Шестое мая. Съемки вечером. Картинка поменялась здесь. Я считаю, что красиво. Хосты огромные. Гейхеры. Красота. Ирисы цветут. Sugar and Spice отцвел, зато рассел пастелем. Высокий красавец.
пройдем здесь по этой дорожке, посмотрим, что, что да как. Сначала сюда заглянем. Здесь тоже картинка поменялась. Сегодня у нас, ну, так скажем, на солнышке жарко. Там, где нет солнышка, прохладненько. Очень меня радуют крымалки. Это маленькая хусточка. Печёночница. Эти хусты прям... Хусты. Примулы. Чудо какое. Так, повернулась я сюда. Вигела цветет. Ирисы видовые. Ну, пойдем дальше. Немножечко пройдемся. Да, красная. Еще где центра цветет. Вот интересно. В тенечке. Хусточка. Красотка. Ай, красавица какая. Там прошла я. Сейчас здесь посмотрим. Здесь же тоже красиво есть. Вот она, красоточка. Нет, там почему-то она сейчас без рисунка. Интересно, интересно. Ну да ничего страшного. Я-то знаю, что она красавица. Ой, это красота. Дороником уже все. Надо обрезать. Хотя симпатичные такие головки у них колышутся на ветру. Шиловидный флокс уже все отцветает. Sugar and Spice отцвел. Обрезала я все коробочки. Ну, теперь сюда. Все внимание на пастилион. Вечер, мне пора домой. Наработалась. Теперь поеду отдыхать. Всем до свидания. Всего хорошего, здоровья и мира. Домой.